сейф Monolith. Компактная модель. Масса 320 килограмм, выполнен из цельной металлической плиты 4 сантиметра, порезанная, отфрезерованная, отшлифованная. Дверца — это 2 4-сантиметровые плиты, между ними какие каленые пластины. Снаружи 2-сантиметровая плита, выполненная в виде чашки, в которую также вложены каленые пластины. Весь замок, также все ригеля, все обложено калеными пластинами. Внутренняя часть сейфа вся окожушена бронесталью, то же самое. Все изнутри обшито шведской сталью Армакс. Стоит электронный замочек. Вот такого вот формата проворонены, чтобы произошла глубокая пропитка маслом. Зазоры здесь около 1 миллиметра по всему периметру. О люфтах никаких речи быть не может, их просто нет. Покраска прогрунтован, то есть прокрашен. Покраска очень, то есть такое впечатление, что он выполнен как из глыбы либо металла, либо камня. Создается впечатление, но он в принципе так и выполнен, это можно сказать глыба металла. Крепление на 2 анкера 20-х, каждый рассчитан на вырывание на 20 тонн нагрузки.